Курсовая работа выполнила студентка группа ИС-183 Полищука. Заходим в СТМ-32F4, прописываем обработчик прерываний. Далее заходим в main h, объявляем переменную. Main c до цикла объявляем статические переменные. После цикла функции tp-config очищаем дисплей, далее пишем фамилию и группу, рисуем черный прямоугольник и белый прямоугольник, чтобы можно было заполнить бак водой. В цикле while рисуем белый прямоугольник. Далее у нас включается красная лампочка и выключается зеленая. Заполняем бак водой с помощью голубых прямоугольников. Опустошаем бак с помощью также цикла for и белых прямоугольников. Красная лампочка выключается и зеленая включается. Справа можно увидеть, как горит красная лампочка, когда в баке есть вода. Когда он будет опустошен, загорится зеленая лампочка.